Чиновников будут штрафовать за оскорбление россиян. Законопроект уже внесен в Госдуму. Штрафовать хотят государственных и муниципальных служащих. Максимальный размер штрафа составит 150 тысяч рублей. За первое нарушение предлагается наказывать чиновников на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, виновника могут лишить права занимать госдолжности на срок до 1 года. Если госслужащий допустил подобное повторно, то размер штрафа вырастет до 150 тысяч рублей, либо дисквалификация сроком до 2 лет. Кроме того, оскорбление может быть нанесено группе лиц, а распространяться оно может не только в публичных высказываниях, но и в интернете.